Я приветствую всех зрителей и подписчиков канала «Банковский». Наша сегодняшняя тема – как заказать справку для госслужащих в Тинькофф Банке. В Тинькофф Банке можно получить несколько видов справок. Это справка о состоянии счета. Это справка о состоянии счета с движением средств. Справка о заключении договора. И справка с реквизитами счета. Если вы пользуетесь картой Тинькофф Блэк, то вы можете спокойно сделать это в личном кабинете, заказать все справки. И не имеет значения, госслужащий вы там, либо же обычное физлицо. Пользователи Тинькофф Банка могут спокойно это оформлять и заказывать, да, в личном кабинете. Просто главное выбрать правильную справку, которая вам нужна. А если вам нужна справка о состоянии счета, то в ней будет указываться сумма, баланс вашего счета на момент подачи заявки. Данная справка может понадобиться для получения визы. Оформить ее можно на русском и на английском языке. Справка о состоянии счета с движением средств. В ней будут указаны реквизиты счета, остаток вашего баланса на момент получения справки, сумма расходов и поступлений, а также все остальные операции за последний месяц. Такая справка тоже подойдет для получения визы. Если вам нужна справка о заключении договора, то в ней будут указываться реквизиты карты и время заключения договора. И также остаток на момент получения заявки. Если вам нужна справка с реквизитами счета, то в ней будут указываться реквизиты счета, которые могут понадобиться в банк, либо же какие-то ситуации для пополнения счета. Для того, чтобы заказать справку, переходим в личный кабинет Тинькофф Банка. Открываем счет по вашей карте. Опускаемся в самый низ. И у нас здесь есть детали счета. Вот, заказать справку по счету. И здесь вот они, наши виды справок. Это с движением средств, доступным остатком, о доступном остатке на английском языке, о заключении договора с реквизитами счета. Все зависит от того, какая вам справка нужна, да? Ну, давайте закажем там с реквизитами счета. Здесь нужно указать email, на который придет данная справка, да? И нажать «Заказать справку». Справка отправлена. Нажимаем ОК и проверяем. В течение нескольких минут должно поступить смс-сообщение. Вот нам пришел на почту документ Тинькофф Банка во вложении реквизиты к карте, которую мы заказали, да, по счету. Вот, то есть мы можем увидеть реквизиты, если нужно, мы их можем распечатать. Таким образом, в личном кабинете есть возможность заказать любую справку. Под этим видео есть ссылки на лучшие кредитные дебетовые карты, вы можете ознакомиться. А это видео было снято специально для канала «Банковский». Если оно вам было полезно, не забывайте ставить палец вверх, обязательно подписывайтесь на канал и всем до новых встреч. Пока-пока!